Всем привет! Хотел бы вам показать, как можно добиться того, чтобы ваша сцена как бы отбрасывала тени. В общем-то, я долбился с этим, наверное, часа 2,5, и вот наконец-то я добился. Как бы, как видите, вот здесь у меня миллион ссылок открыто, и я там и видосики смотрел, и все остальное, но у меня не получалось сделать так, чтобы вот эта вот девочка отбрасывала тень. Тут, как видите, у меня есть там некоторые хелперы, которые я добавил на сцену. Эта сфера как бы тестовая для того, чтобы понять вообще, может быть, просто, допустим, там в девочке дело, либо в этом луче, который вот светит здесь. Ну и, в общем, все дело в том, что для начала, чтобы ваш как бы проект мог отбрасывать тени, необходимо написать вот этот код shadow map enabled true и shadow map type. Ну, в принципе, здесь можно любой выбрать из известных, как бы где-то их можно посмотреть, где-то я их видел, по-моему, здесь, да, вот получается, вот такие вот shadow map type есть просто basic shadow map, есть такой, короче, 4, я не знаю, чем они отличаются, это, наверное, надо только на опыте смотреть. Ну и, в общем, получается, дальше вы устанавливаете, в общем, те материалы, вернее, те объекты, которые, ну, необходимы. Дальше вы устанавливаете для тех объектов, для которых необходима тень, вы устанавливаете, собственно, ее параметры, то есть эти. Вот, например, у меня есть mesh, и для этой mesh у меня вот здесь, получается, принимает тени на себя и отбрасывает тени, то есть retrieve shadow — это отбрасывание и прием теней, то есть от других объектов. Дальше устанавливаем источник света, и для этого источника света, соответственно, устанавливаем размер теней и устанавливаем то, что он их отбрасывает. Ну, в общем-то, до этого момента все было прекрасно, пока как бы я не добавил вот этот вот серенький плейн и не начал, ну, пытаться сделать так, чтобы эта девочка на него отбросила тень. И тут, конечно же, началась веселуха, потому что оказывается, что вся загвоздка была в том, что здесь был Mesh Standard Material, то есть, вернее, Mesh Basic Material, а нужно поменять именно на Mesh Standard Material. То есть, если я верну сейчас Mesh Basic Material, то, скорее всего, сейчас мы увидим эффект того, что тени отсутствуют. Ну и, как вы видите, получается, plane, он просто стал сереньким. И свет, который есть, на него не влияет никак. И только лишь с этим материалом, получается, свет влияет на этот plane. То есть вот такая вот маленькая загвоздочка, которая сожрала 2 часа времени, 2,5. Ну а так, в принципе, на этом все.